блин, вот это засада была. А я и не знал, что опасно быть садоводом. Надо было сразу Васина послушать. Братик плохого не посоветует. Да ты шо? Вот это красавчик. Алло, Васян, послушай-ка ты. Ну шо там голова? Ага. Да ну его, если бы не антисептик, выносили бы вперед ногами. Васян, короче, у меня тут ДР скоро. Приглашаю. А как же? Старый, в этот раз никаких баб. Ни Венер, ни Афродит. Чисто мужиками почилим. Ну, как то будет? Ты, я и еще пару пацанов. Че говоришь? Валерича не надо? Да ладно. Да не накидается он самый первый. Да не будут ему пятки лизать собаки под забором. А шо с Димоном? Норм все было. А, да он на стол не полезет. Да это все Саня. А слабо стриптиз танцевать. Васян, да хорош тебе. Володька вообще норм пацан. Ну подумаешь, уснул. Устал человек. Он же риэлтор. Работа такая нервная. Ну и что, что в бачке? Блин, ну старый. Саня ровный тип. С ним-то что? Алло, Васян. Ну да, ну привел. Ну розовая, с бородавками. Ну кривые. Да, короткие. Баба как баба. Братан, ну погодь, что ты сразу стрёмный-то? Слегка нестандартной формы. Старый. Давай хоть Жорика оставим. Косплея не будет, нет. Костюмы Гэндальфа и Ведьмака оставим дома. И посох не возьмет. Нет, без меча. Да и без зелья твоей бабы Любы. Да без абсента, ну. У меня аж так никого не останется. Алло, Васян. Алло. Блин, на что я жмал тут?